Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Галоўная вытворчасць «Добруша» – адзін з буйнейшых інвестпраектаў рэгіёна. Завод па выпуску кардона у цэнтры ўвагі прэзідэнта падчас яго рабочай паездкі ў Гомельскую вобласць. Плюс 23 шматпавярхоўкі. Па колькасці пабудаваных у Гомелі жылых дамоў 2020 павінен пераўзысці 19-ты. На лідзіруючых пазіцыях Гомельская абласная арганізацыя «Асвод» падвяла вынікі работы за мінулы год. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сёння наведаў Добруш. Асноўнай мэтай рабочай паездкі – азнаямленне з рэалізацыяй праекта па будаўніцтве завода па выпуску мелаваных і немелаваных відаў кардону. Гэтае прадпрыемства павінна было пачаць работу яшчэ ў 2015 годзе, але з-за фінансавых праблем падрадчыка не пабудаванае да гэтага часу. За ходам візіту сачылі нашы карэспандэнты. Работа на гэтым аб'екце пачалася ў 2012 годзе у адпаведнасці з пагадненнем, заключаным з кітайскай кампаніяй «Сюань Юань». Планавалася, што праект будзе рэалізаваны да канца 2015-га, але да гэтага часу ў падрадчыка ўзніклі фінансавыя праблемы і кантракт быў скасаваны. У якасці субпадрадчыкаў да работ прыступілі беларускія будаўнічыя арганізацыі, што дазволіла знізіць адставанне ад графіка, але поўнасцю ліквідаваць яго не атрымалася. У выніку прапрацоўкі розных варыянтаў кіруючая кампанія холдынга «Беларускія шпалеры» і канцэрн «Беллеспаперапрам» выпрацавалі схему завершэння праекта, якая прадугледжвае запуск завода асобнымі пускавымі комплексамі. Гэтае рашэнне, як аптымальнае, у мінулым месяцы адобрыў прэзідыум Савета міністраў. На завершэнне работ спатрэбіцца каля 83 мільёнаў долараў. Увод у эксплуатацыю гэтай вытворчасці дазволіць значна павелічыць аб'ёмы выпуску імпартазамяшчальнай кардоннай прадукцыі, прызначанай для стварэння папяровай упакоўкі для розных галін прамысловасці, а таксама задаволіць унутраныя патрэбы. Гэтае пытанне прэзідэнт Беларусі абмяркоўвае з кіраўніцтвам канцэрна «Беллеспаперапрам». 150 тысяч пойдет на экспорт. Я мог бы сказать, что у нас есть проекты контракты или соглашений. Да? Ну, наверное, когда появится картон, вот тогда мы будем предметно говорить с покупателем. Но рынок есть? Конечно. Так я же говорю, на постсоветском пространстве такого производства нет. Вот ближайшее действующее производство, вот они в Польшу ездили, 220 тысяч тонн. В Польше производится картон. И вот мы завозим на Гродненскую табачную тот картон и делаем упаковку огромные объемы для сигаретного производства. Сможешь ли ты произвести это, если ты получишь кредит хороший? Конечно. Ну, хорошо, значит, думайте. Я не думаю, что нам особо надо упирать на частника, хотя это хорошее производство. Частник с удовольствием пойдет. Предложить ему нормальные условия, он с удовольствием пойдет. Здесь условия созданы. Декрет номер 6 и номер 10 президента позволяют Добруш, это что-то населенный пункт для развития бизнеса. Тут частник с удовольствием пойдет. Ну так предлагайте, если пойдет, проводите конкурс, и надо развивать это производство. Если не пойдут, не теряйте время. Начнем сами. Пасля ознаямлення са станам справ прэзідэнт Беларусі прымае рашэнне. Праект па будаўніцтве завода па выпуску мелаваных і немелаваных відаў кардону павінен быць рэалізаваны ўжо сёлета. Да канца года фабрыка выйдзе на працу ў нармальным рэжыме. Мы цалкам запусцім вытворчасць, створым сістэму кіравання і пачнем працаваць, адзначыў Александр Лукашэнка. Пры гэтым значная частка работ будзе праведзена беларускімі прадпрыемствамі. Выключэнне складзе толькі непасрэдна запуск абсталявання. Для гэтага будзе прыцягнута аўстрыйская кампанія. У нас ёсць некаторы проблемы с конечным этапом вот этой машины, мелованием. Мы не умеем работать, мы никогда не работали с мелованием. Поэтому мы договорились с западной фирмой, она нам запустит все это оборудование, тем более она нам часть оборудования на этот завод, на эту фабрику поставляла. Энергетики отладят окончательно энергетические установки, а все остальное здесь готово. И водоочистка. Поэтому в 2020 году мы полностью введем в эксплуатацию эту фабрику. Задержка была небольшая в связи с тем, что мною не был подписан указ, а подписывать я не мог его, потому что я не видел, что здесь происходит. В темную я не собирался ничего делать. Поэтому будем действовать
Все для того, чтобы это предприятие работало, у нас есть. Сегодня же президент Беларуси наведал Добрский фарфоровый завод. Александр Лукашенко перекананы, что продукция предприемства будет запотребованная за усёды. Тому важно, каб гэтая вытворчасць не стратила рынки. Зараз на заводе працуе свыше 1000 человек. Больше як 75% продукции поставляется на экспорт. Основные проблемы тут связаны с пераснашением вытворчасці, что потребует значных капиталов укладанию. Разом с тем, на Добрском фарфоровом заводе перекананы, что гэта часовая тяжка. Улічваючы, что набываецца только самое сучасное обсталяванне, продукция будет больше конкурентоздольной и запатрабаванай на новых рынках. 76% у нас экспорта за прошлый год. Основной рынок – это Российская Федерация, 85% из всего экспорта. 4,5% – это Украина, 4,5% – Казахстан, и остальные – это страны Европы. Но потихоньку они наращивают. Вот как я и озвучил в главе государства, если мы вступаем в ВТО в этом году, то пошлина на нашу продукцию, которая сейчас составляет 13%, она уйдет, соответственно, мы станем более конкурентны на европейских рынках. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Добруша. Падчас наведвання папяровай фабрыкі прэзідэнт Беларусі адказаў на пытанні журналістаў. У прыватнасці Александр Лукашенко падзяліўся некаторымі падрабязнасцямі карупцыйнай справы ў цукровай галіне. Што зрабілі эти дзельцы? Они создали в Москве так называемую прокладку, как она, дилерскую... Вот торговый дом. Торговый дом создали. Ну, обычная прокладка. Можно было через концерн продать, договориться по цене и продать на рынке сахар. Нет, создали этот торговый дом. Поставили туда, ну, я руководителей называю, одного, второго, своих. С этих заводов, допустим, в прошлом, в этом году, по бросовым ценам, продавали торговому дому в Москве белорусский сахар, те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов. Но что меня больше всего, когда мне доложили, давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели, я контролировал его, мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Ну, может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили, а документы шли туда, переоформляли, и здесь прям с завода на наш рынок поставляли этот сахар с маржой, а потом эту маржу делили на взятки. Яшчэ одно пытанне журналістаў тычылася сітуацыі з эпідэміяй коронавірусу. Па словах Александра Лукашэнка, галоўнае, што патрабуецца ад насельніцтва, захоўваць правілы асабістай гігіены. Усё астатняе зробяць установы аховы здароўя, у якіх ёсць усе магчымасці не дапусціць распаўсюджвання захворвання ў Беларусі. Надо спакойна на гэта рэагіраваць. Поэтому ўсё залежыць ад нас. Это элементарнае. Поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно деток маленьких. А насколько это возможно, а возможности у нас такие есть, государство свои обязанности выполнит. Не должно быть... Вот молодцы, чем мне белорусы понравились. Недавно вот в СМИ была информация, никто не побежал там хватать эти маски, как в России. В 35 раз маски, намордники я называю, подорожали. В 35 раз несчастная эта маска подорожала. Наши спокойно надо, кому-то купили, у кого-то дома они всегда есть. Ну, у кого нет, у кого детишки маленькие, обязательно эти маски есть. Никто не бегает, не мечется, но ведут себя как цивилизованные люди. Всего у нас... На настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Шмат павярхоўкі растуць у кожным районе Гомеля. До конца гэтага года их пабудуюць звыш 20. По колькасці уведенных квадратных метров 2020-й опярэдзіць 19-й. Таким чином, еще большая колькасць людей атрымае магчымасць заселиться у новые кватэры. Причем новобудовли на любой густ – это не только панельные, але и цагляные домы, а так само высотки, серый, широкий крок. Дарэчы, из 23 домов, которые вводятся на гомельских улицах, 15 призначены у тым ліку для громадян, которые имеют потребу в поляпшении жилевых умов.
Активно ведется будовля у 59-м микрорайоне так званой Шведской Горцы, на улице Фядюнинского, у 96-м и 104-м микрорайонах, на Барыкина и у Костюковцы. Усяго до конца года будет побудована амаль 220 тысяч квадратных метров жилья. Зъехали 60 тысяч индивидуальное будовництво. Особенность этого подборки этого года состоит в том, что ни в одном микрорайоне будет предлагаться строительство квартир, как долевым способом, так и с государственной поддержкой. Вся информация по государственной поддержке находится в администрациях районов города. Туда могут обращаться граждане, состоящие на учете нуждающихся, имеющих внеочередное право на улучшение жилищных условий, а также граждане, имеющих просто право на улучшение жилищных условий с годом постановки до 2008 включительно. За наступные несколько годов існующие свободные пляцовки для шматкватерного будовництва скончатся. Высотки будут узводить на место изнесенных приватных домовладаний, тех, которые находятся у непридатным для проживания стане. Лидирующие позиции Украины по выратованию на воде и недопущению трагичных выпадков. Гомельская областная организация «Освод» подвела выники работы за 2019 год. На посяжение запросили так само коллег, супрацовников МНС, кабы яны дали свою оценку працы выратовальников на воде. Лишь бы факты и особы у сюжете Евгений Кухаронок. Яны, як ніхто іншы, ведаюць пра каштоўнасць жыцця і імкнуцца зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы чалавеку, які трапіў у бяду. На вадаёмах Гомельскай вобласці дзейнічае 15 выратавальных станцый, 13 пастаянных пастоў і 10 часовых. Там нясуць варту больш за 280 супрацоўнікаў. Улетку да іх далучаюцца яшчэ десяткі сезонных работнікаў. Дзякуючы штодзённай працы ў рэгіёне знізілася колькасць загінуўшых на вадзе. Ёсць і тое, што засталося нязменным у раёне дзеяння выратавальных станцый і пастоў. Выпадков гибели людей не допущено. Если в целом оценивать работу освода Гомельской области за 2019 год, то произошло уменьшение количества утоплений на 6,8%. Благодаря профессиональным действиям наших спасателей спасено 33 человека, в том числе 11 несовершеннолетних. Неглядячи на становчие минулогодние выники, сёлета работа по снижению колькости трагедий на воде до нулевой отзнаки протягнется. И тут на первом плане профилактика. Есть поговорка «предупрежден вооружен», и она немаловажную роль играет вообще по недопущению несчастных случаев. Мы ведем профилактическую работу очень сильную, проводим различные мероприятия с МЧС, с Красным Крестом, с другими субъектами профилактики, то есть с милицией, также инспекциями по делам совершеннолетних и так далее. То есть выезжаем на рейды, вот, непосредственно в зоне действия. Ну, ведем профилактическую работу с рыбаками также, ну, со всем населением. Можно нават не сумняваться, гэтые уроки не проходят дарма. Многие начинают думать, перш чем рызыкаваць собой, а у выпадку бяды, после таких практичных занятков, сами могут оказать першую допомогу. Равняться необходимо на лепших. Таких по выниках работы в 2019 году отзначили грамотами и значками. У их лику герои, якія выратовали жизни. Заступили на дежурство, как обычно. Провели рабочие проверки, расписание вахтенного наблюдения. В этот момент я находился на вахте. Увидел женщину, прыгала с моста. Все, подал сигнал тревоги, мы убыли. С подачи сигнала тревоги до скорой помощи было минут 5 где-то. То есть мы все быстренько сделали. Подвели выники минулого года, вызначили на керунки работы на 2020 и за справу. В якости постскриптуму актуальный зворот. В связи с тем, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры. Хотелось обратиться ко всем рыбакам до того, как лед не достигнет 7 сантиметров, не выходить на лед. Будьте внимательны, вас ждут дома и без рыбы. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». У Беларусь сапраўды ідзе пахаладанне. У бліжэйшыя дні слупок тэрмометра апусціцца да мінусавых тэмператур. Заўтра ў дзень будзе каля нуля, ясна і без ападкаў. У чацвер чакаецца невялікі снег, магчымая завіруха. Уначы прагназуецца да мінус 9. У дзень у пятніцу будзе да 4-6 градусаў марозу, да 5 з мінусам і без ападкаў у суботу. А ў нядзелю зноў каля нуля і невялікі снег. Лічба мыла. Незвычайная экспозіцыя, такіх здымкаў дакладна не прадстаўлялі гомельскай публіцы, адкрылася ў выставачнай залі ГДУ імя Францыска Скарыны. Сярод 10 аўтараў і фотакарэспандэнты, які звычайна застаюцца па-за кадрам. На гэты раз яны ў цэнтры ўвагі і самі даюць інтэрв'ю.
Ідея організувати виставу належить фотокореспонденту «Гомельської правди» Олегу Білоусову, а експонувати на ній нарізки здымки його колегам. Так народилася думка створити експозицію, якої ще ніколи не бачили у Білорусі. У виніку на виставу трапили 60 робіт гомельських фотографів. Назва «Лічба мила» складається з двох слов – «Лічба» як символ лічбових технологій у фотографії і «Мила» як нечто нярезке, неясне. Автори вирішили об'єднати і візуалізувати гэты поняття. На кадрах – збудування, живёли, птушки, природа, люди, атмосферні з'яви – усе те, що бачить кожен з нас. Тільки у незвичайній замиленій передачі. Нам в редакцію позвонили з виставочного залу університету імені Франциска Скоріни і пропонували зробити виставку фотографій. Вот. Я поділився зі своїм колегою Олексієм Герасименко, яку б нам виставку зробити. Він взяв і так схахмил, цифромило. Я додав, ага, виставка нерізкої фотографії. Потім подумав, ну, нерізка фотографія, вона как бы имеет место среди фотографов. И очень давно уже люди обращаются к нерезкости фотографии. Вот. И как-то мы ее обмыслили, потому что я выставки вот именно заключенные на нерезкой фотографии, я не помню ни в советское время, ни в постсоветское время. Наведать выставу можно до 20 лютого по будних днях с 10 до 16 годин. Гэта іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлярадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Совершил угон на спор и теперь снова отправится за решетку. В Мозыре только что вышедший из тюрьмы мужчина вновь угнал автомобиль. Вместе с приятелями он отмечал свое возвращение на волю, но когда градус зашкалил, те попросили его доказать, какой он профессионал. И бывший осужденный согласился. Вышел во двор, увидел припаркованные на стоянке «Жигули» и решил проверить дверь. А та оказалась открыта, а в замке зажигания находились ключи. Словно подарок судьбы, но такая благосклонность фортуны до добра не довела. В итоге вся компания отправилась в ближайший супермаркет за спиртным. Момент приезда и запечатлила камера наружного наблюдения магазина. По кадрам видно, все под градусом. Водитель выходит и заходит в салон, облокачиваясь на дверь. После высадки пассажиров он припаркует машину на стоянке и наедет на бордюрный камень. Очевидцы вызовут милицию. Начнется погоня, по итогам которой водителя задержат сотрудники департамента охраны. Его крови медики обнаружат 1,2 промилле алкоголя. В Добрушском районе водитель Audi не рассчитал дистанцию и совершил ДТП. 29-летний мужчина совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался в попутном направлении. Итог – обширные механические повреждения у обоих транспортных средств. Причем машина, которой управлял виновник аварии, восстановлению не подлежит. Мужчина не имел прав, так как был лишен их еще в прошлом году за совершение ДТП. Тогда обошлось без травм, а на этот раз водителя Audi забрала скорая. Госавтоинспекция напоминает, управление транспортным средством, не имея на то права, а также передача управления транспортным средством такому лицу влечет административную ответственность в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года административная ответственность будет уже в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Правоохранители вышли на жителя города Ветки, который занимался незаконным сбором и реализацией металлолома. Найти заготовителя удалось благодаря оперативной работе. В конце января милиционеры выявили два факта незаконной перевозки лома черных и цветных металлов. Сначала остановили грузовик с 11 тоннами чермета, а потом микроавтобус с 2 тоннами груза на борту. 24-летний водитель никаких документов на перевозимый груз не предоставил, пояснив лишь, что металл принадлежит не ему. В ходе проверки оперативники вышли на жителя города Ветки. Итог их визита – протокол о незаконной предпринимательской деятельности. Наводил порядок и обнаружил минометную мину. Но в Будокошлевском районе пенсионер обнаружил на своем приусадебном участке артиллерийский снаряд. В результате находки саперы эвакуировали из деревни Синичина 15 человек, дома и участки которых находились в радиусе километра.
километра. 81-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны вывезли из населенного пункта и обезвредили. За минувшие двое суток в Гомельской области произошло 3 пожара, повреждены 3 строения. Возгорания фиксировались в Будокошелевском, Речицком и Светлогорском районах. В том числе установлена причина пожара в Добруше, где в конце января сгорел гараж и автомобиль. В строении проводились сварочные работы. Несоблюдение должных мер безопасности и привело к чрезвычайной ситуации. В результате огонь уничтожил кровлю гаража, имущество и стоявший там автомобиль. Работники МЧС еще раз обращают внимание людей на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Пожары по причине неосторожного обращения с огнем всегда связаны с легкомысленностью и рассеянностью самого человека. Очевидно, что полностью избежать данных пожаров мы никогда, наверное, не сможем. Однако снизить вероятность возникновения пожаров в быту – это наша, наверное, основная и прямая обязанность. Все, что для этого нужно, это наша сознательность, а также четкое понимание того, как много зависит конкретно от каждого из нас. Это все новости к этому часу. С происшествиями знакомил Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завершились чемпионаты первенства Гомельской области среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. Денис Близнец стал первым на дистанции 60 метров. Екатерина Поплавская трижды поднималась на пьедестал в дисциплинах бег с барьерами 60 и 200 метров. Артем Бондаренко завоевал золото в тройном прыжке, а Дмитрий Марфушкин в прыжках с шестом. Среди спортсменов 2003-2004 годов рождения победили Александра Ковалева в беге с барьерами, Ренат Шугай на дистанции 200 метров, а Александр Акинчиц на 200 и 400 метровке. В прыжках в длину не было равных Марии Катока, в толкании ядра Евгению Бриге. По итогам этих соревнований лучше отправиться на чемпионат страны и первенство республики. Оба турнира пройдут в Могилеве. С 10 по 12 февраля первенство, а с 20 по 22 февраля национальный чемпионат. В Гомеле состоится чемпионат области по дзюдо. В турнире примут участие мужчины и женщины. Всего около 160 спортсменов. Соревнования пройдут на площадке спортивного комплекса «Гомсельмаш». Старт поединков 6 февраля в 11:00. В этот же день определят и победителей турнира. Отмечу, что лидеры области Виктория Новикова, Ульяна Миненкова и Егор Трухан выступать не будут. Сейчас они находятся на сборах в стайках. Уроженец Гомельщины велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру. Спортсмен озвучил свое решение после консультации с медиками по поводу проблем с сердцем. 38-летний спортсмен пропустил начало прошлого сезона. За карьеру Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе, дважды побеждал на Европейских играх. На его счету победы на трех этапах Джира и на одном этапе Вуэльты. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».